И теперь к другим новостям. Депутаты окружного собрания депутатов согласовали кандидатуру Сергея Лапина на должность прокурора Ненецкого округа. Утверждение прошло в ходе тайного голосования на заседании очередной сессии регионального парламента. Кандидатуру Сергея Лапина окружному парламенту представил заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров. Занимаемая должность состоит с 22 декабря 2017 года. За время службы зарекомендовал себя высококвалифицированным, профессионально грамотным и инициативным руководителем. Сергей Юрьевич Лапин родился в 1980 году, имеет два высших образования. Окончил в 2001 году дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней торговли по специальности юриспруденция и в 2008 году Санкт-Петербургский государственный университет по специальности экономика и управление на предприятии. Профессиональную деятельность в органах прокуратуры начал с 2001 года с должности помощника прокурора. С декабря 2011 года и до назначения на должность работал в управлении Генеральной прокуратуры России в Северо-Западном федеральном округе. В обращении к депутатам Сергей Лапин рассказал о приоритетах в своей работе, которых он намерен придерживаться. Это жилищно-коммунальная сфера, и здесь в том числе модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и ежегодное исполнение в надлежащем виде опережающего так называемого северного завоза. В том числе это и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, проблемы здравоохранения, защита прав инвалидов. Также в числе приоритетных направлений Сергей Лапин назвал национальные и региональные проекты. Можно отметить только то, что он всегда бесстрастен, профессионален, рекомендации, суждения всегда по делу и действительно помогают нам в нашей работе. И я уверен, что мы в таком же конструктивном ключе и продолжим наше сотрудничество в дальнейшем. Путем тайного голосования региональные парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Сергея Лапина на пост прокурора Ненецкого округа. Для меня важно это. И в случае положительного решения президента Российской Федерации о моем назначении, я готов к совместной плодотворной работе на благо жителей нашего региона. Решение окружного собрания депутатов о согласовании на должность прокурора оформляется постановлением, которое направляется генеральному прокурору России в течение 10 дней со дня его принятия. Ольга Русол, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишилов, телеканал «Север».